transfer data in a steady stream so that it goes out and the user gets to listen in real time as the data comes in. Сегодня была равная игра. Как считаете, почему долго вашей команде не удавалось забить гол? Ну, у них получилось больше реализация голевых моментов. Тут видно, что ребята тренируются, играют. Мы поскольку провели только одну тренировку в зале за последние 8 месяцев. Мы вообще-то участвуем в чемпионате Киева по большому футболу. Я вижу, что многим ребятам очень тяжело приспособиться к залу, к паркету. То есть, ну, каждой игрой лучше и лучше, даже если вспомнить первые игры. То есть, Соня уже был хоть какой-то рисунок более-менее, какие-то тактические действия. Реализация момента, вы видите сами, я сам два выхода, один на один не забил. И они, у них там 11 номер хороший, видно, что человек поигравший. То есть, у него там три момента, два гола, по сути. То есть, поэтому решил исход матча, реализация момента, вот так я скажу. А какие вы ставите планы на турнир? Задача то, что я увидел, проанализировал видео команд игр. То есть за бронзу мы можем вполне побороться. То есть я вижу, что FinCore и УКР, как там, стандарт будет за первое-второе играть, а мы, наверное, с Академикой и Доминоспицей будем бороться за третье. То есть поэтому будем бороться до последнего, вот так, в каждой игре. Спасибо большое. Ваша команда сегодня победила. Как считаете, первый вопрос, как, за счет чего удавалось вашей команде долго удержать ворота на замке? Ну, там мы грамотно обороняемся. У нас сегодня была экспериментальная трохи защита. Ну, я маю на увазі, старалися зустріти трохи нижче, чисто так, щоб награти. Вот і все. По перерві ви вели з рахунком 2-0. Чи були думки щодо того, щоб утримати рахунок і грати від оборони? Ні, я думаю, що ми не переживали за рахунок, ми старалися просто грати, як виходить, і оскільки виходить, то ми і не переживали. Результатом гри сьогодні можете бути задоволені? Це перемога спокійна, це добре. А які плани ставити на турнір? Перше місце.